Всем привет! Сегодня решил порыбачить в Кукскафене. Это севернее, чем Бремерхафен. Тоже есть возможность порыбачить. Говорят, здесь есть селедка. Ну, попробую половить. Посмотрим, что получится. Сейчас покажу место, в котором я буду рыбачить. Вот здесь такая небольшая бухточка. Заезжают сюда рыболовные суда. И вот здесь можно порыбачить. Рыбачу и на том берегу. Там рыбаки сидят. Посмотрим, что попадется. Будет все наше. Ребята, приехал в Кукскафен. И только что поймал вот такую интересную рыбку. Селедку. Прикольно. Вот такие злодеи здесь поедают наживку. Только что зацепился. Чайка получила свой десерт. Крабика. Сразу две штуки поймал только что. Смотрите, живая селедка. Вторая. Всего уже две штучки попалось. Я не ждал, за один раз сразу две штучки поймался. Thank you.
лодке пирса поймала краба, схватила ее, долго боролась, потом полетела, потеряла, опять нырнула, вытащила, затащила. Вот они вдвоем здесь сейчас кушали крабика. И теперь одна другую благодарит. А другая говорит: да ладно, пойдет, не стоит благодарности. И у соседа что-то там ловится. Всем хватит рыбки. Закончилась сегодня рыбалка. Поймал всего лишь 4 штучки селедочки. Но я был очень рад и очень доволен, что провел время на рыбалке. И хоть небольшой улов, но все равно необычный улов.